никак. Чувство тревоги пройдет. Это мидазолам. Сожалею об этом, но... Несколько раз взламывали защиту, пришлось принять серьезные меры. И... Оливье пропал. Уехал в Чикаго 2 дня назад. С тех пор его не видели. Да, это слишком, но с таким высоким уровнем доступа у нас обязательства перед акционерами. Учти, будет компенсация, когда хакера найдут. Отдохни, ладно? А хочешь, собери еще информации? У тебя получается? Показать бы, что мы сделали с материалом. Пока. Так, тебя бросили в бункер. Славно. Эти тамплиеры серьезные ребята. Да, надо бы удалить весь их компромат на тебя. Как тебе звук? Ха-ха, кстати, я дал тебе 3-й уровень доступа. Так, отправляйся в комнату охраны и по камерам наблюдай за серверной. К сожалению, Мелани сейчас там. Когда я выпровожу ее, настанет твой черед. Я бы сам почистил серваки, но как глава IT стану подозреваемым. Это сделает тот, кого уже заперли. Тамплиеры. Знаешь, что они правят нами? Решают исход выборов, контролируют рынки, вживляют нам микрочип для слежки и чтения наших мыслей. Это пугает. Ладно, слушай, я вхожу в серверную. Как только мы уйдем, иди туда. Ваше присутствие здесь ни к чему, мисс Лемей. Всем займутся мои люди. Лишние глаза не помешают, Джон.
Мы ничего не знаем. Проверка данных займет месяцы. Неделю, максимум. Слишком долго. Нельзя столько держать людей в заперти. По закону можно. Для того и наняли. Пусть они и не читали контракт. Да, верно. Но мне не по душе. Что делать дальше? Мы уже обрабатываем данные. Сегодня начнем анализ. Даю слово. С меня кофе идет? Оставил ее у кофебара. Найди сервер с сетевыми логами. Поскольку у меня есть записи всех твоих входов в систему, поищем их по времени и изменим на что-нибудь безобидное. Плевое дело. Ну вот, чудненько. Я ставлю апдейт на твой коммуникатор. Написал программку специально для этого. Готово. Вроде получилось. Попробуй. Thank you.
Начало 18 века. Начало 18 века. Моряки и бродяги зарабатывают на жизнь клинком. Им неведомы закон, мораль или страх. Только измена, мятежи, жестокость и кутежи. Золотистые пляжи полны добычи. Хотите рискнуть, бросив вызов пиратам из кошмаров? Бенджамин Хорниголд, Калика Джек, Чарльз Вейн и Черная Борода. Я чувствую тебя. Но, увы, не могу коснуться. Сигнал слишком слаб, и у меня мало сил. Нечеткость. Я словно туман. Белый шум, окутавший сеть, эту нервную систему мира. Ты слышишь ее? Храм открыли слишком рано, но выбора не было. Катаклизм смел все сомнения. Да. Слава несчастному Дезмонду, отдавшему жизнь, чтобы вы, дети наших трудов, смогли жить и исполнить нашу волю. Мою. Но сейчас не время. Моих сил не хватит, чтобы укрепиться в органическом теле. Надо найти объекты, артефакты. Завершить труд, чтобы это стало возможным. Что происходит? Отвечай! Возродите меня, дети мои. Мои орудия. Исполните свое предназначение. Отвечай! Нет, нет, нет! Что-то не так! Проклятие! Она где-то здесь! Да! Должна быть в твоей проклятой голове! Черт, 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 черт! Пощадила тебя! Зачем ты здесь?